Столбик термометра пока держится не намного ниже нулевой отметки, но по прогнозам синоптиков это явление временное. Пора утеплиться. В деловом центре «Ямал» открылась выставка-ярмарка от фабрики «Кристи» из Тольятти. Новорингойцам предлагают шубы из норки, мутона и каракуля, а также меховые жилетки и зимние пальто. Мария Федорчук продолжит тему. В новой коллекции фабрики «Кристи» модные жилеты из меха блюфроста или голубого иния. Именно так называется гибрид черно-бурой лисы и песца. Густой мех и красивый оттенок. Жилетки из этого зверя очень теплые. На выставке представлены как короткие, так и длинные модели от 42 до 44 размера. Рада представить вам большую коллекцию шуб из норки, мутона, каракуля. Также европейского аукционного закупа меха. Размерные ряды у нас от 42 до 62. Имеются трансформеры, отстегиваются капюшончики, отстегивается низ шубки, отстегиваются рукава. Шубы-трансформеры стали очень популярными, поэтому фабрика «Кристи» предлагает новые модели «Шанель», в которых отстегиваются даже капюшоны. Они повторяют знаменитый силуэт пиджака «Коко Шанель» – прямой, свободный или слегка приталенный, с маленьким воротником-стоечкой или вовсе без него. Этот знаменитый стиль узнает любая модница. Можно сделать стоечку. Отстегиваются рукавчики. Очень оригинально с перчаточками смотрится. Отстегивается низ. Становится шубка короткой. Норковые шубы с отделкой из чернобурки или овчина с воротником из норки. На выставке можно найти модель практически из любого меха. Тут полюбившиеся многим автоледи и классические длинные изделия, которые хорошо подойдут в холодную погоду. Имеется огромный выбор цветовой гаммы. Есть цвет пудра, графит, капучино. Также на выставке есть теплые пальто на любой вкус. Приглянувшиеся изделия можно приобрести в кредит на выгодных условиях. Возможен наличный и безналичный расчет. Выставка работает в деловом центре «Ямал» на втором этаже с 9 утра до 8 часов вечера. Мария Федорчук, Юрий Зенов, служба новостей «Импульс».